Уважаемые дивногорцы, уважаемые наши, любимые наши подписчики, совсем скоро наша страна, а вместе со страной единогорцы, мы с вами отметим самый замечательный праздник – День Победы. Этот День Победы, как вы знаете, уникален уже тем, что это юбилейный год Победы. Но он уникален еще тем, что мы будем его отмечать в совершенно необычных условиях, находясь дома. Пусть у нас все получится. Давайте помнить, что мы дети, что мы наследники победителей. И должны мы себя вести как победители. В этот или накануне этого праздничного дня наш маленький коллектив, даже можно сказать, часть нашего коллектива редакции газеты «Огни Енисея» отправляет вам музыкальный привет. Пусть это незатейливое исполнение прибавит вам настроение. Мы с вами. Мы любим вас. Слушайте. Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне землянки огонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты теперь далеко-далеко, между нами леса. Дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой гармоника вьюги назло, заглотавшее счастье зови. Мне холодно, земляки тепло, от твоей